Лайк плюс подписка. Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Нанасик, и это мое новенькое видео по Чикенгану. Ну и сегодня, ребята, я вам расскажу о самых старых багах в Чикенгане. Поэтому поехали. Ну и первый баг, наверное, самый бесящий игроков, это то, что сервера неправильно работают. Например, человек просто хочет поиграть с другом со своим в Чикенган, но иногда сервера просто не показываются в поиске, поэтому, ребята, к сожалению, это очень плохой баг. Ну и, кстати, его до сих пор не пофиксили. Ну и что же, следующий, второй баг, ребята, это то, что мы можем любой какой-нибудь из этих скинов взять и не купив. При этом, ребята, он у нас окажется в менюшке, в принципе, Чикенгана. Не знаю, ребят, но это 100% баг, как мы видим. И мы можем, конечно же, проверить с другим со скином, например, с коровой тоже, ребята, также будет. Ну и третий, ребята, баг. Это, наверное, самый старый имбовый баг в Чикенгане. Давайте проверим. Вот Desert Tavern 2, ребята. Давайте создадим любой пароль и, в принципе, нажмем создать игру. Теперь смотрим, ребят. Мы появились вот здесь и просто сейчас проходим вот сюда, ребята, смотрите. Летим просто к этому месту. Вот здесь дерево такое. Ну и, в принципе, заходим сюда, вот. И прям в это место падаем. И все, ребята, это просто имбовое место. Потому что вы сможете просто всех игроков, в принципе, подбивать. И это будет очень круто. Ну, конечно, следите за тем местом, чтобы они тоже сюда не пробрались. Ну и последний баг на этот ролик, ребята. Это тоже реально очень годный баг. Просто за это подписка на канал и лайк, ребята. Давайте создадим, значит, сервер. Ну и, в принципе, ребята, сервер и карта под названием Tavern. Ребята, это очень крутой баг. Если вы его обязательно не знали, то пишите в комментариях. Все, ребят, то есть мы появились вот здесь. В неизвестном месте для нас, но мы должны найти место вот здесь. Видите, Mega Mile написано. Ну и, в принципе, около Mega Mile этого магазина есть вот этот домик, ребят. Он как раз нас и интересует. Потому что, ребят, посмотрите, вот давайте вот, допустим, на вот эту дощечку перейдем и смотрите, просто до него дойдем, до этого дома, и все. И мы просто, ребят, проваливаемся. Конечно, минус этого бага в том, что просто пролетает все, и, в принципе, вас спокойно можно выиграть. Но при этом, зато, ребята, вы сможете спрятаться от противников, если они этот баг не знают. И это реально очень круто, ребят, ну все. В принципе, все баги я вам рассказал, поэтому реально подпишитесь на канал и поставьте лайк. Ну а на этом все, ждите новых роликов. И с вами был, как всегда, я, Нанасик. Всем пока. Лайк плюс подписка.